Всем привет, ребята, меня зовут Даша, и вы на канале Аниматор ТикТок. Фу, ну вот это, в общем, вы поняли, сокращенно только. И сегодня в этом видео я буду, играть в рисование вслепую челлендж. Вы, возможно, не знаете, как это делается, но идею мне подкинула вот эта вот книжка. Буквально недавно мы ее с бабушкой купили, и теперь без идей я точно не останусь, и ролики будут выходить чаще. Вы... Не чаяйтесь, ребят. Я жива, со мной все нормально. Ну а сегодня вы уже, как вы поняли, мы будем рисовать вслепую. Повязки у меня никакой нету, поэтому буду рисовать, наверное, как-то, не знаю, с закрытыми глазами. Или что, я не знаю как. Или, не знаю, блин, может, платком каким-то, не знаю, блин. Глаза закрою. Короче, сделаю все, чтобы мне не было видно, что я рисую. У меня будет три раунда. И сначала, ребят, я буду показывать, что я буду рисовать вам. А уже потом, ну, как-то сделаю так, чтобы было видно, что, как я и что рисую. А потом покажу а потом покажу результат. Что у меня и как получилось. Все, ребят, давайте, погнали снимать. Первый на очереди у меня вот такой вот кусочек сахара. Да. Первым буду рисовать его. Понятно? Понятно. Погнали рисовать. Так, все, сейчас я закрываю глаза. Кстати, у меня фломастеров, как оказалось, нету, поэтому буду вот такими вот ручками рисовать. Всё. Так, сахарочек. Я запомнила. Погнали. Все. Так. Мне кажется, не совсем похож. Ребят, ничего я не подсматривал, не бойтесь. Смотрите, как у меня получилось. Видно или нет? Вот так вот у меня, короче, получилось, ребят. Вот сахарок. Так себе. Так, окей. Вот так вот, в общем. Сравните еще разочек результатик. А теперь будем следующую штучку рисовать. Ну а следующий объект в очереди, это у меня вот такая вот конфетка. Что, погнали? Ребята, погнали рисовать. Все, нарисовали. Что это такое? Да уж. Ни хренашеньки не похож. Не сломать, стой. Ладно. Что ж тут. Погнали к третьему объекту нарисования. Он даже будет побольше. И тут я сейчас стойно нарисую. Так, ребят, на очереди у меня вот такая вот тарелка с семечками. Так, вы посмотрели, я посмотрела. Вроде запомнила.
Погнали. Ну все. Так уж. Получилось опять же странно. Так вот выглядит тарелка с снимариками. А вот как она нарисована. Отстой, в общем, еще раз. Вот так вот. Нажимайте на красную кнопочку подписаться и делайте ее серенькой. Mm.